Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Сегодня мы с вами посмотрим новую игру, которая вышла буквально недавно. Притом, это очень странное явление, по крайней мере для меня. Игра Age of Eternity пока что вышла только в альфа-версии. Я, признаться, не помню, чтобы какие-либо JRPG вообще выходили в альфа-версии. Вот, и я надеюсь, что это все не повторит историю DayZ, которая у нас была очень печальной и до сих пор натянется и продолжается. Я знаю, что это совершенно другой жанр, но тем не менее, всегда смотреть что-то в альфа-версии и надеяться потом уже страшно, что это станет какой-либо нормальной игрой. Итак, мы с вами играем на ПК, игра автоматически распознала оба геймпада, что было очень приятно, то есть как логитечевский, так и от PlayStation 4. Вот, но, возможно, будет приятно играть на клавомыши. Я пока что еще не заходил, не знаю. Сейчас будем смотреть вместе с вами. По поводу настроек. Я выставил все на ультра-настройку, Ultimate. То есть, можно еще дополнительно все повыкручивать, но вроде бы как ульта, Ultimate настройки, ну, хорошо, как скажете, подумал я. Думаю, пока ничего менять не буду, потому что все-таки альфа, бог знает, к чему это потом приведет. Итак, поехали, New Game. Just our luck. Come closer, Darian. I can't hear you. Да, никто никого не слышал. Немножко странное начало подачи сюжета. Это было выполнено фактически в виде статичных кадров, немного меняющимся, и голосом. Озвучка была английская, я что-то не посмотрел, не нашел, где можно сменить ее на японскую. Возможно, где-то можно, но тем не менее. Пока что сильно придираться не будем. Пока что будем управлять с клавой мыши, посмотрим, что к чему. Вы часть сюжета, возможно, не услышите, не увидите, потому что я, скорее всего, буду это вырезать по авторским правам, потому что все-таки YouTube. Но вкратце пересказать, что неизвестные прилетели на планету, и никто не знал, что они хотели. Слушай, смотри, довольно забавные следы на снегу остаются, прям такие. И что-то они, похоже, даже не исчезают. Слушай, серьезно, смотри, они вообще не исчезают. The storm keeps up. We won't make it to Hirelsor. We have to take shelter, Selene. I know the perfect place for that. It's also a shortcut. You can't mean... Well, that's just great. Слегка наигранность в голосе слышится. To save Mom, I think. Хотя, кто знает. She was stable when we left. We lost some time. A few months after that, I fear the pain will be too much to endure. Even for her. No time to lose that. Дарвин вместе со своей сестрой отправляется к матери, которая, соответственно, поразила вот эта вот новая болезнь, которая, собственно говоря, сейчас поразила у них почти все и вся. И также разразилась война, как раз из-за тех, ну, можно сказать, пришельцев, которые пришли. Потому что началось твориться что-то невероятное. И, несмотря фактически ни на что, ни на погоду, вот они отправились к матери. Сарказм? Нет, это просто мне холодно. Так, ну нам вроде как туда. Вообще, здесь пока что могут встречаться баги, это очень нормально. She's putting on a brave face. I'm sure Mom's sickness must weigh heavily on her shoulders. Come. The entrance is just over there. Это что, это мы были двое? Или это какие-то два зомби прошли? Анимация такая смешная сейчас была. You told me yesterday that we were going to Hirelsor. Is there some kind of cure to be found there? Not exactly. But I have a trustworthy contact there with reliable information. How trustworthy exactly? I would trust him with my life. I wasn't expecting such a dramatic answer. Так, вот, мы наконец-то можем более-менее нормально двигаться. Нам дали достижение, первые шаги. Ну, дали и дали, и ладно. Довольно странная немножко анимация такая, не соответствующая шагам, вам не кажется? Вот. Ладно, будем смотреть. Я еще раз повторюсь, это все-таки альфа-версия. И ладно, попытаемся пока что
простить какие-либо баги, которые будут влезать. По крайней мере, в комментариях народ написал, что они еще встречаются. Хотя уже вышло несколько больших патчей, так как прошло с момента выхода игры все-таки уже несколько дней. И будем надеяться, что игру не забросят. Что такое, чья-то кровать, что ли, была? Я вот не понимаю, почему я прыгать не могу. Мне все равно это немножко раздражает и попахивает небольшой халтурой. Хотя народ над открытым миром прям радуется. Really? That thing alone killed half of the miners who worked here. Where did I get the stupid idea I could avenge them all by myself? Говорят о том, что было бы неплохо здесь отдохнуть, говорит, но единственное, что смущает, говорит, я, говорит, понимаю, о чем ты говоришь, говорит, это вот эти вот чертовы кристаллы. Он говорит, ну да, говорит, они убили 1000 рудокопов, которые фактически здесь работали. Ну, может быть, и с каким-то большим промежутком времени, но тем не менее, что-то портал какой-то, сундук. Взяли зелье лечения. Так, сейчас, пока у нас идет только фактически обучение, самое время еще проверить, как у нас управление на геймпаде. Инвертированное управление на стик. Я хуже ничего никогда не видел, поэтому геймпад я положу и продолжу играть на клавомыш. Можно сохранить игру? Давайте сохраним. Свободный слот. Конфирм. Игра сохранена. Хорошо. Все нормально. Вообще, над механиками игры народ очень-очень радуется. Отзывы пока что на игру очень хорошие, но, как говорится, постараемся все-таки создать свое какое-то независимое мнение. Первая серия, возможно, будет короткая. Селин, watch out! This kind of feels like deja vu. Итак, нам сейчас будут рассказывать, что из себя представляет боевая система. Как обычно, целая куча менюшек в одной табличке и один хрен, ничего будет непонятно. Хотя, в принципе, есть экшн-панель, экшн-бар, какая-нибудь жизни, какие-нибудь, соответственно, вон каст-бар, понятно, есть, соответственно, еще мана. Скорее всего, на получение опыта определенная полоска. Это нормально. Я, кстати, честно, даже не знаю, каким образом здесь строится боевая система. Она пошаговая или нет, я понятия не имею. Так, нажмите на атаку, чтобы, соответственно... Так. И потом выберите цель для атаки. Ну, допустим. Так, то есть можно Ашкой нажать. А теперь выбрать, кого атаковать. Действительно, кого же из них? Ну, давай ты. Ну, хоть жизни у них показывают, и на том приятно. В правом нижнем углу экрана показывают сейчас в данный момент жизни мои и сестры. Кстати, я, возможно, вам закрываю часть панелей, но, честно, я не со зла. Так, это что такое? Скипнуть. Это применить зелье. Удобно, что сразу здесь на панели, по крайней мере. Ну, или Эзер, это что-то другое. Так. Сейчас у нас ход за Селин. Пока что у нас тоже ничего, кроме обычной стандартной атаки, нет. Пока что очень сильно напоминает Final Fantasy. Потому что я только видел геймплей Final Fantasy, как такое не играл. Но я сейчас имею в виду не 15-ю, а именно такие более классические версии. Давай, забьем сейчас его. О, минус одно тело. И оно исчезло просто как вампир в сумме. Или как они там исчезали, я не помню. Пока что они отнимают жизни очень мало, несмотря на что, в принципе, они такие громилы и могли бы, в принципе, одним ударом свободно раздробить любую часть тела любому из главных персонажей. Но, как говорится, кто смотрит на это сейчас в играх? Все говорили, кстати, еще я просто много читал комментарии, прежде чем попробовать игру, что попервой геймплей довольно-таки однообразный, имеется в виду именно сражение. То есть мало приемов, мало чего-либо, то есть вы фактически просто атакуете даже зачастую автоатакой.
Вот, и потом это все начинает, соответственно, развиваться. Система развития здесь очень обширная. Но посмотрим, как оно будет. Так. Combat Result. То есть это, я так полагаю, у нас оружие либо прокачивается, либо мы его получили, либо бог знает все, что это такое, либо уровень оружия прокачивается. А вот это то, что мы получили. Тканевая роба и... зелье на здоровье. Хорошо. You okay, Celine? A bit surprised, that's all. I didn't expect that these mines would still harbor golems after all these years. And they're just as ferocious as before. It's a good thing you already knew how to use magic, because we wouldn't be here to talk about it. And on top of that, I was the one who dealt with Mom afterwards. What can I say? You're a saint, Celine. Так, теперь идет непосредственно туториал по более просторному геймплею, когда нам дали. Хорошо. Ну да, TXP метр, это понятно. То есть у нас прокачка оружия. То есть это все, что произошло у нас после боя. Опыт, который получил непосредственно персонаж, тот или иной. Рейтинг, с результатом которым, соответственно, мы закончили поединок. Золото, которое мы получили. Так, батл... и лут, который мы взяли. Ну, в принципе, пока понятно. Мы что-нибудь можем делать еще так? О, еще сундучок. Еще хилка. Ну ладно. В правом верхнем углу экрана у нас показывается, соответственно, задание. Нам нужно найти выход из этой пещеры. Еще у нас охраняшка. Ну что, серьезно, их так часто нарубили? Ну давай в эту же. I never understood how the crystals worked anyway. I mean, I learned how to use them, harness their power and all that, but as for the source of their powers, beats me. Weren't you instructed in the way of the crystals during your military training? We were expected to fight, not ask questions. Sorry, I didn't mean to sound bitter. Do you want to talk about it? Говорит о том, что он не знает, как на практике применять эти кристаллы. То есть он изучал их силу и все такое, говорит, но по факту так, не, практики у него не было. Итак, кристаллы. Вы можете лутать эти кристаллы, соответственно. Так, 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 так. И в главном меню... Угу, и можно применять их на своем оружии. Ладно, посмотрим по факту. Shining Shard взяли. Плюс одна магия, плюс 5 маны. И у Селены будет еще какой-то дополнительный бонус. Хорошо. Так, написано плюс... А, тап. Все, тап. Заходим в менюшку. Так, ну сейчас посмотрим, как здесь это дело работает. По крайней мере, будем разбираться. Вот, кристаллы. Хорошо. Вот. Это эквип. Еще какие-то кристаллы. Так, у нас, соответственно, надеть особенно нечего. Ладно. Так, главное меню. Я хотел бы сменить персонажа, на котором хотел бы этот. Да не хочу, подожди, вот. Активные персонажи. То есть я могу вообще убрать этих персонажей? Нет, да? Вот, то есть я могу, например, за Селин играть в данный момент? Надо будет попробовать. Так, эквип, инвентарь, вот. Как я могу, как бы мне поменять это Селин? А, вот, вот, переключение Селин, я понял. Торс. О, мы одели, соответственно, новую вот эту вот, хорошо. Shining Shard можем использовать, и у нас будет плюс один магии. Так, как теперь это применить? И вот мы это применили. Ну, ладно, допустим. Так, в инвентаре мы пошарились. Battle предметы.
пустой слот. И у нас 6 лечилок. Хорошо, так, это персонажи. Здесь у нас идет какие-то, соответственно, наши характеристики. Допустим. Так, здесь квесты, есть еще крафт, оружие, броня, зелье и кристалл. И еще что-то специальное. Пока что непонятно, зачем оно нужно. Специальные какие-то атаки. Это потом, наверное, будет как-нибудь открываться. Ну ладно, допустим. О, господи, вы посмотрите, там какой-то стоит огромный крендель. А, нам нужно использовать Firefit. Так, а для этого мне нужно что, сменить персонажа главного? Я правильно понимаю, что... Ну, что такое? Селин, ты что там застряла? Ты сама это применишь или мне нужно переключаться за тебя? А, она сама это применила, то есть... Просто нужно следить, чтобы она была рядышком. Hey, isn't he wounded? Years don't seem to have been kind on him. But don't let your guard down. I don't want to have to take another blow from you. Remember us, creep? 10 years I've been waiting for this. I loathe to use the force this way. Так, у нас еще двое мелких. We can do this! Its magic is almost completely depleted. It is holding up by the sheer strength of its will. Так. Давай сначала будем атаковать, соответственно, мелких. Это нормально. Сначала избавляемся от них, чтобы они просто не мешали. Тем более, что они, в принципе, хватит только на 3 удара. Ох, ё-моё. О, ты посмотри. Вот, видите, теперь вот Fire Rift, то, что мы кристалл применили, теперь у нас есть. Ну, чё, забубеним? Кого? О. А чё у него жизни так мало? Да подожди ты. Как вот неудобно выбирать. Вот давай. А почему мне прервали это дело? А, они не дадут кастовать, пока мы не грохнем их. Ладно, как скажешь. То есть время на подготовку еще требует скрипт. Вот это неожиданно. И они не дадут атаковать, а... Ладно, это дает пищу для размышлений. Селин тем временем у нас прилетает. Ну, как бы это нормас. Так, как это не... А можно как-нибудь... А, во, слушай, можно немножко развернуть это дело. Хоть и дико неудобно. Так, еще немножко, и мы будем... применять зелье лечения. Да не того! Нафиг ты его-то атакуешь? Вот я еще раз говорю, вот немножко вот неудобно это сделано. По идее, уже можно было убить его. Так, тихо, тихо. Вот. Давай, добивай его уже. А потом за фаерболем уже вот этого здорового. Благо, они переключились, теперь Дайрона бьют. На. Ну давай, кастуй. Все, мы скастовали, никто не прервал. А, нет, прервали. Ёбжешь, туда и я. Так. Да зачем ты ману? Как жизни на себя сделать-то? Тут можно как-то время еще заморозить. Непонятно, правда, зачем. Skip turn. Переключиться на другого персонажа. Нет, я сейчас не могу переключаться. Во, слушай, вот оно как двигать камеру. Шифтом, шифтом двигать. Не знаю, кто это придумал. Но он либо идиот, либо гений. Ну что, попытаемся еще раз. Как ее вылечить? Вот за нее сейчас ход.
Вот Эшечка, это, я думал, даст какой-то выбор там, или типа того, что-то как можно применить предмет. Нет? Табом я тоже не могу это сделать. Она только ману себе восстанавливает, и все. То есть это надо было на панель сюда выносить? Ну да, так и есть. Так, ладно. Ну, будем до последнего пытаться скастануть, а что еще делать-то? А он не дает кастовать, и все. А у меня выбора нет. Мы просто будем рубить, рубить и рубить его. Вселенная у меня нас откинулась, потому что так и так получилось. Потому что выглядит, видите, между... А здесь, смотрите, а вот у... Следующее зелье у меня теперь зелье лечения. Конечно, вот именно теперь оно мне интересно стало. Почему выбор-то зелий нет? Или мне нужно было у каждого отдельно на панели-то выносить, у каждого персонажа? Ну, допустим. At least I can put that episode behind me. Now, all we have to do is cross the frog forest. Топорное выражение лиц, конечно, немножко убивает. Don't be so eager to change the subject, Darian. Even if we destroyed that creature, you still owe me your life. Oh, come on. That was a long time ago. It's history now. Где субтитры? Should I remind you that because I saved your life, Mom learned about my powers and sent me to the cloister against my will? 8 long years of... Oh, I knew you'd say that. I'm sorry, all right? Is that good enough for you? Can you let it go now? Okay, okay. О, ты посмотри, там впереди открытый мир, какая красота. Может, там даже наконец-то передадут нормально побегать и разобраться в настройках. Обучение было, ну, такое. Сейчас посмотрим. Системные требования игры почему-то очень высокие. Я уж не знаю по факту, как они загружают компьютер, как бы. Мне компьютер как бы тянет это дело без проблем. Если у вас компьютер довольно хороший, но все равно не тянет, напишите об этом. Просто на самом деле интересно. Ну вот, наконец-то мы вышли в этот чертов открытый мир. Так. Давайте залезем теперь на строечки. Я хочу посмотреть. Вот, Селена, у нее ни жизни, ни шишандри, ничего нет, то есть нет. Еда и прочее. Так, эквип. Давай посмотреть, Селен. Так, инвентарь. Персонажи. Вот, вот, почему? Вот он где выбор. Вот здесь он дается, вот его надо сменить. Мне надо, чтобы у меня у Селен тоже были зелья лечения. Это так глупо. Или можно зелье лечения сказать применить другому. Я этого не попробовал, потому что я не знал. Но это тоже немножко глупо. Так. А, вот они, переключение идет. Все, я понял. Нафиг убираем. Давай вот это поставим. И ударено теперь тоже не будет. Ну вот, теперь понятно хотя бы. И они идут только в том самом порядке, который ты им задал. Ну, допустим. О, оружие, точно. У нас есть новое оружие, которое, кстати, надо бы одеть. Блин, вот непривычно. Менюшка, конечно, выполнена довольно интересно, но она очень непривычная, то есть это надо прям привыкать. Так, ты мне автоматически это оружие взял, я правильно понимаю, Селин? Ну да, здесь тоже больше нечем заменить, я понял. Кристалл мы взяли, ключи. А это зелье. Еще у меня с антидотом от ядов и прочего что-то нам дали. Так, ну давай сейчас здесь посмотрим. О. Да я уже понял, спасибо, я уже разобрался. Вы сначала даете одежду, вынуждаете ее одевать, а потом только уже объясняете как. Еще один Shining Shard, кристалл. Для Дайрона дает Lightning Strike. То есть эти кристаллы непосредственно дают нам приемы. Хорошо, ну давай в ту же сохраняшечку, в принципе, вообще без проблем.
Так, ну это ж надо теперь поставить. Так, кристалл. Вот, мы поставили, теперь у нас есть перевён. Эквип. У нас есть вот такие вот нарукавнички. Магическая защита и просто защита. Хорошо. У Селин у нас ничего нового нет. Ну, в принципе, да. Интересно, надо перед боем как-то лечиться? О, смотри, там вот... Немножко напрягает, что я ничего больше сделать не могу. Ну, имеется в виду, что кроме боя я не подпрыгнуть не могу ничего. О, смотри, смотри, это кто такая? Ягоза, Ягоза, Ягоза бежит за мной. Проверим, как далеко она будет за мной бежать. Эх, нихрена себе. Вот это у вас путь. А теперь вы про меня забыли. Все понятно, значит, путь есть, и он ограничен. И все равно заставили сражаться. Ну, допустим, ладно. О, ты посмотри, у нас теперь еще мув. Что такое мув? Как это? Это куда-то что-то двигаться, подвигать? Флинт, так. О, можно перейти на другую часть. Ты посмотри, то есть можно... Отсюда, допустим, сдвинуться туда. То есть еще элемент стратегии присутствует. Вот это вообще на самом деле отлично. Ну давай проверим, что ты там умеешь. Ух, слушай, ну неплохо, неплохо так, неплохо, я согласен. То есть если я сейчас ее возьму и передвину куда-нибудь вот сюда, а на нее так нападать не будут? Тихо-тихо, камеру не дури. Так, это они там потихонечку нападали. Я понял. Давай сейчас передвинь немножко камеру. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Смотри, они тут махнулись местами. Ну-ка, давай. Почти, кстати, уже победили. Че, у меня еще что ли остался один этот? А, Селин ходит у нас. Селин, ну-ка, давай-ка вот на этого кастани. На того уже как бы кастовать не стоит. Сработало сопротивление, и он куда-то бежал в сторону, но он еще горит и полыхает. Обычная атака, и мы добиваем того, у кого мало жизни. Хорошо. Так. Блин, манны осталось очень мало. А, атаковать вблизи мы теперь не можем. Видите, у меня этот горит, потому что я нахожусь далеко от цели. Но ничего, мы можем зато фаерболом забубенить. Да? Так, что, ману будем тратить, Дайрон? Или что там у тебя, не знаю, мана, не мана. Не, мана, смотри, у него тоже, да. Да не, давай обычными ударами сейчас. Это же эксперимент все равно. Сработало все равно сопротивление к огню, но мы их победили. Так, ну хорошо. Подросли в уровне. Получили еще хилку. Так, ну сохраняться мы сейчас не будем. Пойдем сейчас немножко дальше еще посмотрим. Какая-нибудь карта. О, вот, у нас есть карта. Нам нужно в Хериалсор. Ну или как-то так он называется. Тут руины, там еще он... какая-то тюремная хрень. Там еще лес. Ну ладно, допустим. Ну, кстати, ну графон, кстати, реально очень-очень такой, ну, нормальный. Кристалл, ничего нельзя собирать? О, там еще, смотри, сундуки просто раскиданы здесь. Их просто кто-то расставил. Blue Gemstone Move. Для Дайрона даст It's Skill Strike 1. Ну, хорошо. Я не против, что ли, новые кристаллы? Это всегда круто. Единственное, что нужно смотреть, куда его впендюрить. Я правильно понимаю? Чем оно отличается? Сейчас попробуем почитать. Так, дамаг на 1% увеличивается. Защита. Чем вот эти отличаются, пока неизвестно. Физическая атака. А здесь магическая защита. То есть ветка, которую мы будем делать. И физический дамаг. Ну, давай на дамаг будем сюда потихонечку. А, здесь этот кристалл не применим. Я понял. Как назад выйти? А если сюда тоже не применим? Сюда он тоже не применим. А как мне применить этот чертов один кристалл, который у меня там? Сейчас, подожди, сейчас мы разберемся. Может, этот его нужно просто в инвентаре как-то заюзать? Где? Вот кристаллы. Вот.
Дайрона. Фин, комбо, хит, двойной комбо, ну согласен, ладно, как скажете. Только как его сюда впаять? Или мне нужно заменить вот этот кристалл? Пока что-то мне никак не понятно. А, вот, remove. Да, достать кристалл. Мы доставили, достали его. И он все равно пока что у нас тут только один и есть. Короче, как его применить, пока что непонятно. Надо смотреть какие-нибудь, не знаю, требования у этого кристалла. Плюс 4 магии, плюс 5 хосты. А какие у него требования? Как его затолкать? Дайрону. Дайрон, как затолкать тебе их? Ну, это есть у нас. Хорошо. Вот какие-то... Это кристаллы. Это тоже никак сюда. Буты, панцы, торса. Нет, может быть... давай посмотрим за кристаллы Селин. Нет. Нет, тоже никак оно не канает пока что. Хм, довольно странно. Значит, я чего-то еще не понимаю. Так, вон еще сундук стоит. Антидот. Чё-то мне хочется этот антидот куда-нибудь более в активные поставить предметы. Эквип. Так, где инвентарь? Вот, как это затолкать? Я забыл, где это делается. Где у нас активные эти мейн? Пати свич мы ничего не будем. Здесь тоже еды пока у нас типа никакой нет. Вот. И антидот. Блин, как бы сделал, чтобы можно было выбирать это дело поудобнее, и был вообще просто ништяк. К сожалению, нельзя конкретно расставлять, на какую кнопку ты хочешь зелье или заклинание. Ну, не то, чтобы нельзя расставлять, я немножко не об этом. В смысле, что вот хочется поставить тебе, чтобы там... Да пусть хоть одни зелья лечения везде будут. Какие-то корешки собрали. Кто такие Окко? Так, на нас какой-то действует баф. Я не знаю почему, но он работает. Хорошо, ну давай начнем с тебя. А, потому что мы сражаемся рядом с кристаллом. Прикольно. Немного нам восстановили ману. И не дали скастовать Селене. Ну, Селен, давай тогда это. Ручками будем бить. Довольно забавно, что могут прям вот так вот прервать. Не знаю, может быть, это в финалке считалось нормальным. Я такое наблюдаю, честно признаться, впервые. Слушай, кристалл вообще меня постоянно лечит каждый ход. Рядом с кристаллом меня вообще тяжело убить. Хорошо, ну давай добьем уже его, чем мы. Давай, добивай уже, Дайрон. Ну чё, кастанём? Ну да, он только сходил, поэтому он ничего сделать не может. Неплохо. Блин, тоже сработало сопротивление. Что ж у них сопротивление-то к огню идет, а? О, мало МП, то есть надо поэкономить. Ладно, хорошо. Они такие, блин, жизни у них больше, чем у обычных. Все, зарубили, прекрасно. О, 6-й левелап получили. И антидот получили. Какая прелесть.
Так. Ну чё, идём пока что дальше. Собираем корешки, вершки. Нам ещё долго примерно идти-то? Ну, сюда. Ну, в принципе, нет, не так уж и долго, но всё-таки. Там впереди ещё какие-то. Все местные существа хотят меня убить. Почему вот мирных нет существ? Не знаю, какую-то фигню нашел. Ты смотри, блин, а у него тоже кристалл. Его лечит. На него работает. И как его победить, если на него тоже кристалл работает? Ну давай. А, ну в принципе жизни только у него не так много, поэтому мы как можно быстрее будем наносить ему урон. По 25, но это не невозможно, это хорошо. Сейчас еще разочек кастанем на него. Страйк. Лайтинг страйк. И все. Удары на какое-то выражение лица очень упорты. Очень упорты. ДВМП. Короче, всяких зелий здесь будет, судя по всему, прям вагон. Так. Меня вот кто-то напал, но я не даю им это делать, пока собираю руду. Ну давай, следующего сейчас. По крайней мере, кристалл на него не работает, уже хорошо. Плохо, что он не работает на нас. Давай, лайтинг. Лайтинг страйк сейчас собьем. Не будем ничего кастовать, потому что кастовать, скорее всего, он нам не даст. Бодается-то местная тварь. Да, я понял, я понял. Еще зелье лечения получили. О, кстати, тут где-то написано, что рядом где-то есть сундук. По крайней мере, вот прям показали, что где-то рядом сундук стоит. Вон он. Ну, на ману зелье. Хорошо. А мы можем туда спрыгнуть? Нет, туда мы пока спрыгнуть не можем. Я понимаю, что мне, в общем-то, нужно, скорее всего, туда, но я бы хотел здесь еще немножко осмотреться. Хотя вон там два этих ока, но они охраняют, даже три этих ока, но они охраняют какой-то сундук. Сундук очень хотелось бы получить, плюс вон, смотри, здесь еще что-то есть. А можно мне как-нибудь с ними не сражаться? Не, вообще никак, они прям подбегают, и сражайся, ты хоть ты убейся. Ладно, черт с вами, будем убивать вас. Так, я бы на вашем месте, на самом деле, переместился бы на твоем месте, Селена. Немножко глючит камера. Тихо. Ну, что творишь? Что творишь? Хорош, 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 хорош. Давай вот сюда куда-нибудь. Отбежала. Во. Отбежала, значит, тебя не атакуют. Если близко, к тебе снова не подбегут. Так. Так, можно мне немножко развернуть камеру вот сюда? А, непонятно, почему я не могу просто свободно поворачивать, как я хочу. Просто зажимаю Shift, и она просто по окружности начинает колесить. И там уже останавливаешься, где придется. Так, ну у нас будет заряд, так что... Давай вот теперь будет... Вот на этого пока что заряд будет идти. Прервать не прервут, здесь дальников нет. Удары на еще жизни, в принципе, нормально. Мы сейчас только вот этого зарубим. Отлично. Сопротивление 93 было, но все равно урон очень хороший. Маны у Селены достаточно. А удары нужно надо скоро лечиться. И у него мало маны. Точнее, просто ее просто фактически нет. Так. Антидот. Надо, короче, сюда еще что-то ставить. А если на и нажать, ничего там нет. Ну давай, лечись хотя бы.
А, вот, ты нажал, соответственно, выбрал зелье и выбираешь, кому его применить. Хорошо, ну ладно, все равно лечиться надо, давай. Надо, короче, отдельно ставить эти зелья, потому что ману, допустим, я сейчас юзать не могу. Но у нее маны полно, поэтому будем... Да, зелье в лечении у нас тоже достаточно. Соответственно, победить кого-то, если он стоит возле кристаллов, а ты не стоишь возле них, особенно если будет сильный противник, это будет очень проблемно. Так что в таких случаях желательно, чтобы хотя бы энергия кристалла распространялась на тебя тоже. Итак, остался последний хряк. Вот, и посмотри, атакует на две клетки, что ли, сразу? Но ему не дали скастовать. Или дали? То есть, или мне нужно было убегать лучше в эти моменты? Я вообще думал, что я ему прерву. Но нифига, он просто перебегает туда. Ну ладно, значит, будем атаковать вручную, потому что скастовать потом он больше ничего не даст. Кстати, Дайрону было бы неплохо выпить еще зелье. Надо же, цели умеют перемещаться. Хорошо, а то я думал, что они совсем глупы. Но хотя бы пытаются. Даже с приемом. Так, ну давай посмотрим, что мы тут заслужили-то. Кстати сказать, а вот и был кристалл. То есть могли так попасть, что как раз на них бы сила кристалла распространялась. И это было бы очень проблемой для нас, честно. Так. Какой-то типа мост. Well, I should be able to make a makeshift bridge with one of the trees. That is going to take forever. Have a better idea? Let me check it out. Судя по всему, мы не можем туда пройти. И Селен сказал, что надо, что она посмотрит, проверит, что можно сделать. They were powered by crystals, weren't they? If left alone for a few years, even depleted crystals can recover a little bit of energy. Let me try to tap into it. Ну, сейчас, давай попробуй, ну, тапни его. В смысле, что с ним еще сражаться надо или что-то делать? Так, клив мув икон, ну, соответственно, чтобы передвинуться, это я понял, нам нужно передвигаться. Селект, куда передвинуться, что на другую локацию. О-о-о! Что-то странное пока происходит. Я пока вообще не понимаю, зачем нам это нужно. Так, ну допустим. Пошли сюда. Допустим. Я могу вон туда пройти? Туда нет, пошли сюда. Я пока сейчас немножко не понимаю, на кой черт вообще это нужно. А, пошли сюда. А ты? Ну, иди тоже вместе с ним. Дальше. Можем ли мы туда? Сюда можем пройти? И что, ты даже не упал там? Серьезно, вот так вот, да? Значит, все, давай сюда. Можно... Ну, мы вот только в воздухе висим, а так вот, вот все бы ништяк, но висим в воздухе. Может быть, нам нужно просто зайти... А, это же кнопки, ё-моё, это же кнопки. Я-то думал, кемская волость. Селен. А, вот, вот мы нажали, хорошо. То есть теперь нам нужно переместиться сюда? Кнопку отпустили, она так просто не убежала? Ну, типа того. Ладно, будем считать, что это начало просто какой-то маленькой головоломочки. В последующем
они будут куда более серьезные. Итак, нам дали еще один кристалл, только теперь он для Селины, и теперь это грозовой разряд. Вот, и нас теперь говорят, что... Что нам говорят? Кристаллы. Сменить персонажа и затолкать кристалл. Ну, как бы мы это уже поняли, иначе как мы бы с этим разбирались-то. Давайте сохранимся здесь. Да. Так, ну что? Давайте, наверное, сейчас для первой серии пока что закончим. Потому что я думаю, что дальше у нас, соответственно, там пойдет и сюжет, и более развитие событий. Вот, пока что для такой пробной версии, я думаю, вполне себе достаточно для пробной серии. Спасибо всем, кто смотрит, обязательно поставьте палец вверх, и если вам нравится, не нравится игра, тоже напишите. Если вы уже попробовали в нее и уже кучу всего отбегали, тоже обязательно напишите. Что вы ожидаете от игры, знали вы, что эта игра... Ну да, не дали вот закончить нормальную серию, на меня напали вот эти вот изверги, и они теперь вот... Ну ни хрена ж себе кастанул на меня... Ну, у нас есть шанс с рулям быть отсюда. Раз. И давай еще тоже. Давай в разные стороны. Вот, разделяй и властвуй. Во. То есть оно все равно будет здесь кастоваться на меня, я правильно понимаю? Что-то странное творится. Ну да ладно. Эх, нифига себе он урон Селене нанес. Так, Селена, ты будешь его... Давай кастани на него что-нибудь интересное. Давай, да, давай, продолжаем его убить. Может быть, это здесь долгая зарядка идет, как от этого заклинания. Но мы, кстати, его почти уже уработали. На самом деле радует то, что игра преподносит нам новые механики. Механики, в принципе, довольно-таки дают пищу к размышлениям. Главное, чтобы в будущем им реально было хорошее применение. То есть не просто пошаговка, не просто поединки, соответственно, таким образом проходят. Ну что тебе надо? Что тебе надо? Я вот тебе что-то сделал. Все, исчез. А я вообще заглючил, по-моему, да? Ёб твою же. Что случилось? Ну, кажется, я приплыл. Но все-таки альфа-версия. Ладно, я хоть сохраниться успел, на том спасибо. Ладно, давайте вот на этом закончим теперь уже точно. Я думаю, еще посмотрим игру. Я надеюсь, что все-таки она из альфы все-таки будет быстро выбираться, игра. Посмотрим, какие будут выходить обновления, и будем следить за всем исправлением этих багов. Очень надеемся, что разработчики игру не забросят. Я думаю, что потенциал есть у нее очень хороший. Особенно с учетом открытого мира, который здесь уже есть. То есть и куча механик, которые, в принципе, предоставили. Давайте. Еще раз поставьте палец вверх, если вы еще этого не сделали. Подпишитесь на канал. Давайте всем спасибо. Всем пока.